Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые рудничане и гости нашего города! Сегодня вся страна отмечает знаменательный праздник – День единства народа Казахстана. Бұл мереке достымыздың үлкен айғағы. Себебі біздер отандастар, бір елміз, бір халықпыз, бір қазақстандықтармыз. Мы рады приветствовать на нашем празднике представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране. Осындай көктемнің мерекелік күнінде сіздерге және сіздің жан ұяларыңызға, жақындарыңызға барлық жақсылықты, қуанышты сәттерді, бақытты күндерді тілейміз. Это день особенно важен для всех казахстанцев и в первую очередь для молодежи, так как именно им предстоит донести эти дружные узы до последующих поколений. Тәуелсіз Қазақстанымыздың басты жетістігі барша әлемге танымал көп ұлтты болашағы зор мемлекет құрғаны. Сахна төрінде фиеста битобы. Қабылаңыздар. Фольклорная группа «Забава». Мереке құтты болсын. С праздником, дорогие, любимые наши родители. Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная, но одна
однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Над горами, над высокими и озерами холодными, малой тахой неприметною полетишь туда, где ждет тебя. И светлая, и грустная, певучая, широкая, родная казахстанская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное небудней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Там, где речка безымянная, льется лентой серебристою, окунусь в росу хрустальную и степную и душистую. И проснется нежность давняя, скрипнет сердце тихим пареньем. Здравствуй, я скажу, бескрайняя, знаю, ты давно ждала меня. Хвалынная, целинная, раздольная и щедрая, родная костанайская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, непогласное бегу дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Что есть в мире вечное, неподвластное бегу дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей.
сплоченность нашего народа была, есть и остается главной силой нашего Казахстана. Мереке құтты болсын, ағайындар!